Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Как же не выпить с утра? Чашечку кофея. Ну вот, с утренним кофеем покончено. Но теперь пора читать книжки. Я, кстати, еще раз напоминаю, культуртрегером быть легко и приятно. Пока за окном холодное августовское камчатское лето, в теплом доме уютно и радостно. Вот эта книга, книга стихов Виктора Шевякова «Пунктиры». Вот эта книга Виктора Шевякова «Пунктиры» вышла в свет во Владивостоке в 68 году века минувшего и уже давным-давно стала библиографической редкостью. Виктор Шевяков. «Пунктиры» – Владивостокское книжное издательство. Камчатка по гамбургскому счету. Гамбургский счет, кстати, это прекрасная легенда, придуманная гениальным Виктором Шкловским. Так вот, Камчатка по гамбургскому счету не дала русской поэзии ни одного по-настоящему великого имени. Однако, по местным меркам, Виктор Шевяков – одна из немногих звезд на камчатском поэтическом небосклоне. Но я ведь культуртрегер, поэтому как не прочитать стихотворение? Стихотворение – за мечтой. В Малахае, расшитом бисером, в торбасах высоких, как боги, я шагал по земле неистовой, без дороги и без подмоги. Близоруко, тепло, рассеянно, как и вена глаза застенчивые, улыбались мне звезды севера летним вечером, зимним вечером. И реки серпантинная лента мне на шею падала, на ноги. Звали горы работы Кента в сине-белые свои яранги. Заходил. Шаманство учиться заставлял меня ММКут. Молоком полярной волчицы он платил мне за этот труд. Без особенных объяснений тыкал пальцем в грудь мою резко. И сырое мясо оленье резал звонким ножом паренским. Тум-гутум басили бураны, тум-гутум разносило эхо. Подымался я утром рано из тепла оленьего меха и шагал в Малахае бисерно. В торбасах высоких, как боги, все азартнее, все неистовее, без дороги и без подмоги. Я шагал за своей наследницей, за мечтой, снегами шурша, и стихи большая медведица щедро сыпала из ковша. Виктор Шевяков. «Пунктиры», Владивосток, 68 год века минувшего, Дальневосточное книжное издательство. Кстати, даже мои котеньки, Васечка и Машечка, любят слушать стихи, лежа и нежесть, потому что они, в отличие от вас, которые бы никогда не узнали о шедеврах мировой литературы «Не будь меня», потому что они, мои коты, культурные, образованные и интеллигентные. Это точно. Ну а теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Молодцы, если поставили. Если вам, конечно, нравится время от времени в моем исполнении слушать хорошие стихи, пишите комментарии. Не забудьте, что один раз в месяц на моем канале проходит розыгрыш какого-нибудь моего фотоальбома.
о Камчатке, среди тех, кто сделал пожертвования, так называемые донаты, оторвав эти деньги от семьи и отправив их на номер карты, указанный в описании под роликом. Три человека уже получили фотоальбомы. Один из них, тот, который получал лично, стал героем одного из моих роликов. Ссылка опять-таки в описании. А если вы здесь впервые, то, пожалуйста, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра. Выполняйте по подсказке, выполняйте. Выполнили, молодцы. Теперь вы будете получать уведомления о новых роликах на моем канале. До свидания.